Всем доброе утро! Наконец-таки сегодня я решила сделать сырники, потому что я давно собираюсь именно сырники сделать, и все никак. Вообще мы их очень-очень любим. Творог, яйцо, сахар и сода или разрыхлитель, и совсем немного муки. Получается очень вкусно, кажется, ничего не забыла. Со сметанкой будем, кофе сделали, так Лика хочет еще бутербродики. Бутерброды вот с таким вот сыром. Итальянское избранное. И кот кушает. Мы сейчас заедем в магазин. Миланка хочет зайти в фикс прайс. Правда, она уснула. Пока мы катаемся, Миланка уснула. У нас такая погода, идет дождь. В общем, прям Питер-Питер, дождливая погода. В общем, заедем сейчас в магазинчик. Придется Миланку будить. Ты как Лео. Когда надо спать, блин, не усыпишь. Не-не-не, мы уже приедем. А когда нужно бегать везде. Что? Давай. Ты что, будешь спать? Ты с нами не идешь, ты же сама хотела зайти. С ней пораньше ляжешь спать, Милан. Милошка, одевай шапочку. И погнали. Что Лик? Лик? Зашли мы в фикс прайс еще в один. И здесь, смотрите, Новый год. Класс вообще. О, тут кормушка вот такая для птиц есть. Это ластик. Ластик внутри? Да, это с игрушкой. Ластик. Прикиньте, 149 рублей. Такие это вот резиновый, кстати. Это ластик. С ластиком, Милан. Ластик? Единорог ластик, а это да. Нет. Вот единорожка ластик точно. Зашли в Глорию джинсы. Здесь много новиночек разных. Сколько всего, да, Миланка? Трудно отойти. Мне очень интересно, как и такие штуки. Какие? Как они цепляются. А как они цепляются, правда? Ну-ка. А, ну просто, наверное, вот за это. Нет, там внизу телефона должна быть. Вот сейчас таких уже и нету. Раньше внизу телефона была такая как дырочка, и через дырочку посовывали. Ага. Сейчас такого уже и нет. Так чехлу только, если на чехле у тебя есть. Такие маленькие маркеры, да? Вот это вот маркеры. Малыши. Это маркеры. Маркеры малыши такие. Что там нашла, Лик? Какой красивый бисер.
Угу. А смотри, какие волосы красивые. Пряди. Красота? На Новый год, да? Я сейчас умываюсь, смываю макияж. Макияж смываю мицелляркой от Mixit. И открыла буквально пару дней назад вот такой вот тоник корейский. Слушайте, он такой классный, он такой необычный, густой, но очень хорошо увлажняет кожу. Такое чувство, что здесь какие-то добавлены масла. Тут же все по-корейски, блин. И не поймешь, если честно. Но мы, в общем, переводили, насколько смогли перевести. Это какой-то, знаете, тоник-гель вообще идет. Тоник-гель. Но увлажняет кожу очень классно. Я вначале мицелляркой смываю макияж, потом пенкой или гелем для умывания смываю тоже макияж, то есть умываюсь, да. И уже потом я еще тоником протираю лицо, и уже потом наношу какой-нибудь или крем, или сыворотку. Ну, в общем, вот эта вещь очень классная. Вот такой вот. Миланка сейчас учит стихотворение. Им задали достаточно большое стихотворение, и Лика с ней повторяет. Ну, как бы выучили, но, знаете, такое что-то где-то подзабудет. Ну, потому что стихотворение большое, и получается за один день, за полдня нужно выучить. То есть им сегодня задали, и завтра нужно уже рассказывать. Оно достаточно такое объемное. И помимо стихотворения еще другие есть уроки. И помимо этого всего еще хотелось немножко отдохнуть. Вот, ну поэтому так вот все плавает. Надеюсь, что утром, по крайней мере у меня, но мне кажется, так у всех. И у Лики тоже вот. Папа наш рассказывал, что также учил стихотворение что-то. Вот вечером ты еще перед сном повторяешь. А утром уже намного лучше ты его знаешь, то есть как-то оно в голове лучше укладывается, вот, и ты уже, ну, когда утром просыпаешься, повторяешь уже лучше, намного его помнишь и рассказываешь стихотворение. Надеюсь, что у нас тоже так с Миланой будет. Сегодня, кстати, выбирали подарок, там идем на день рождения скоро, и думали, какой подарок выбрать, но я выложу отдельным влогом, коротеньким видео. Вообще, мне кажется, что девушке намного легче выбрать подарок, женщине, девушке, чем мужчине. Когда мужчине выбираешь подарок, это кошмар. Девушке можно и какую-то косметику, и уходовую косметику, да, и декоративную косметику, и парфюм. Ну, парфюм мужчине тоже, в принципе, можно, но мне вообще кажется, дарить парфюм, это настолько нужно знать вкус, кому-то нравится одно, кому-то другому, очень трудно угадать, а мужчине, мне кажется, тем более. Ладно, все, на этом наш влог сегодня подходит к концу, всем огромное спасибо за просмотр, буду умываться, всем до завтра, всем пока-пока!